Привет всем! Вы на канале. Каком канале? Громче. Leonardo the American Boy. Мы приехали в Сан-Франциско, город Pier 39. А смотри, какой мини-автобус, смотри, какой Volkswagen уезжает. Это туры по Сан-Франциско. Такой разноцветный хипстерский басик, бусик. Ну окей, а наша мама пошла на океан. Смотри, ocean. Say ocean. Капуро's. Ресторан. Happy hour, сегодня all day. Что нам здесь нравится? Тебя катают на строллере, на коляске. Большой плюс в этом городе, именно в этом месте, что приходится часто ходить, потому что на машине не везде есть подход, или на машине очень большие пробки. Ну вообще, поэтому очень много людей ходят, и большой развитый, очень сильно развитый транспорт. А вот ресторан, где мы были не так давно. А вот улица. А вот этот угловой магазинчик держит наша одесситка. Я с ней познакомился много лет назад, женщина. Она никогда не была в городе Сакраменто, никогда не была в столице. Удивительно. Вообще, что она там забыла, когда она же... Вау, look at this! Слагбаг. Кстати, есть такая... В Америке есть такая культура, называется слагбаг. Если увидел слагбаг, надо со всей силы своего соседа ударить и сказать слагбаг. Если сказал первее, то крутой. А если ты не первее, то ты обломался. Такая детская, но она еще существует, игра. Пойдемте в этот ресторан, называется Lowe's. Не знаю. Кто это здесь сидит? Где мы? Мы в ресторане. Как ресторан на английском языке? Скажи, restaurant. А на испанском el restaurante. Okay, what would you, did we just order? Лео, что мы заказали? Fish. Elijah doesn't like. Я не люблю рыбу, но мы в итоге заказали зажаренный салмон, fried salmon, and суп в хлебе. Вообще, дорогие друзья, сегодня два события. Ну, как у меня борода рыжая. Или она просто соответствует курточке. Что сегодня происходит? Лео, расскажи, пожалуйста, нам. Today. Скажи, today. Папа и мама are celebrating, празднуют годовщину своей семьи. Твоей тоже семьи. Мы сегодня, друзья, празднуем 6. Лео, покажи на пальчиках 6. 5 и 1. 6 лет. И один пальчик, еще один пальчик. Вот тут. Вот тут один. Вот тут один покажи, а тут 5. А тут все 5. Вот так, да. 6 лет празднуем. И хороший повод в Сан-Франциско покушать. Не знаю, fish shack. Короче, рыбный магазин. Хотя я так рыбу не люблю. Но Аня любит рыбу. Я из-за нее жертва. А в Сан-Франциско мы еще потому, что мы отправили своих родителей. Леона, бабушку и дедушку. Куда? На родину. На родину. А где родина? В Днепропетровская область. Город Никополь, потом Запорожье, Днепропетровск и все, что рядом. Анечка, есть какие-то пожелания нам самим? Пожелания? Быть всем здоровыми. Радостно. И проводить побольше времени. Да, Лео, какое ты пожелание скажешь? Okay. Чтобы ты был послушный. Послушный. Чтобы ты чистил зубики. И ты был разумный. Я себе желаю, как Аня сказала, Мэнч, у меня такая рыжая борода. Проводить время с друг другом. И сделать так, чтобы физически меньше быть вовлеченным.
ну и при этом сделать системы. Я славу не в час разлуки, говорил, наверное, князь. Хмуриться не надо, лада, хмуриться не надо, лада, для меня до смех награда. Мы проходим по улице, по которой часто происходит очень интересное шоу. Сейчас его нету. Называется Bushman. Он за этим гарбичем, или за тем, или за этим. Вот тот или тот сидит с кустами. Все думают, это просто растет куст. И потом, как только вы подходите к нему, на вас такой треск, крик. И вы в панике с ума сходите, боитесь, отпрыгиваете на 30 метров. А все народ, который здесь стоит толпой, ржет и смеется, и наслаждается. Так что сегодня он не на работе. Boating SF. Помните, мы здесь были? Это популярный магазин хлеба. Смотрите, мишка. Еще один мишка. А вот как работает Boating SF. Какой крокодил. Какой запах, чувствуешь? Не передать. Вон беленькая, что это? Вон. Такой большой. Правильно, Хаммер, ты узнал его. Этим словом Лада всех любимых стали звать. Хмуриться не надо, Лада, хмуриться не надо, Лада, для меня это смех награда. Ку-ку. Тебя везут? Большие какие называются. Кэнди. Смотри, какие бочки конфет, Лео. И на полу, везде. Лео не разрывается, не знает, куда смотреть. Обычно в таких магазинах дают 3 конфеты попробовать, и ты определяешь, какую ты хочешь. Покупаем одну монетку за $5. Встаем, отстегиваемся. And let's go. Family. Сегодня мы празднуем 6 лет вместе, и ничего лучшего нет, как кататься на карусели. И рыбка плывет, дельфинчик. Привет, Леонардо! Лео, я наверху, смотри! Понравилось? Лена, скажи, тебе понравилось? Скажи маме. Все, это было круто. Лео закутанный, зато очень-очень тепло одетый. Мы пришли в очень такой интересный игрушечный... Добро пожаловать в джунгли. Да, в джунгли. Да. Смотрите, какие следы. Здесь прошел какой-то динозавр. В зоопарке каком-то. Смотрите, какие водопады слева. О, он шевелится! Привет, он
на Аню смотрит. Мама, ты не боишься? Горилла. Привет. На кого ты смотришь? Трейси. Look how big fruits are. Это pineapple, ананас. Это апельсин. А вот это что желтенькое? Что это? Банан. Правильно. Динозавр. Это конкретное искусство. А вон чувак, который существовал на свете. Вон женщина. Mammoth is amazing. Здесь рок-бенда. Все, мы закончили наш тур. Мы сейчас уже отправляемся домой. Давай со всеми попрощаемся, скажем всем пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А как надо ставить лайк? Вот так. Пять. Лайк. Пять. Под железный звон кольчуги, под железный звон кольчуги, на коня верхом садят.